Всем привет. И в этом видео я вам хочу заявить и обосновать, почему 16,32 гигабайта мусор и совершенно не память и не годится для использования. Для примера у нас будет Samsung Galaxy S4, не тот, как в том видео, а это уже другой. Это с LTE, который. И сейчас я покажу вам, как у него обстоят дела с памятью. Значит, сейчас в нем установлена карта памяти на 32 гигабайта и встроенная память у него 16 гигабайт. И вот хочу вам сказать сразу, никогда в жизни не берите телефон на 16 гигабайт, если память у него не расширяется, если вы собираетесь много слушать музыки, часто что-то фоткать и даже чуть-чуть снимать видосы. Засрется за несколько месяцев. Я вам это гарантирую. Здесь получилось еще интереснее. Значит, сначала я вам покажу, что на нем установлено. Это все, что на нем установлено. Теперь давайте зайдем в память и посмотрим, как у нас с ней обстоят дела. Я даже не буду делать паузу, чтобы вы понимали, что я вас не обманываю. Общий объем 16 гигабайт. И вот сами смотрите, как тут у нас обстоят дела. Ну, совершенно не годится. Посмотрим, что у нас занято. Вот так вот. Это все, блядь, весит почти 10 гигов. А изображение видео занимает столько места, но я перекопировал все фото и видео с камеры на карту памяти. Остались, скорее всего, только скриншоты и какие-то сохраненные фотки, но все равно. Музыки, да, тут чуть-чуть есть. Загрузки какие-то есть. Но представьте, у вас нет карты памяти. Это жопа совсем. Ничего не сфоткать, ничего не записать. А когда у вас забивается полностью, то есть не когда у вас пишет недостаточно памяти, а когда у вас реально под завязку полностью забьется, у вас не будет работать просто телефон. У вас начнет вылетать все. Будут вылетать настройки, мои файлы. Галерея будет просить освободить память, не будет открываться. Будет вылетать даже ваш любимый ВКонтакте и все остальное. Даже просто в фоне Gmail приложение остановлено писал. А что касаемо карты памяти, я люблю хранить фотки и видео в телефоне. Даже если скопирую на комп, частенько я отсюда их достаю и куда-то отправляю по нескольку раз. И вот так тут обстоят дела. Значит, здесь я сейчас скопировал кэш музыки ВКонтакте. Да, у меня не последняя версия, она с кэшем. Те, кто обновились и не знают, как откатиться, сосите. Так вот, тут в кэше было 508 песен. Они занимают где-то гигов 5. Не знаю, почему так много, но все-таки. И давайте посмотрим, сколько тут занимают фотки. 2000 фоток, плюс там есть видео. Вот еще, короче, вот это все папки. Это абсолютно все папки с камерой, кроме одной из папок скриншотов. И вот это вот все столько занимает. А сколько музыки? А ну-ка давайте посмотрим, я сам не в курсе сейчас я. Блин, если честно, что-то как-то маловато. Что ж тогда жрет, блядь, память? Потому что вирусов-то у меня точно нету. Я по всяким там говносайтам не лажу. Блядь, всего-то у меня на 8-гиговой флешке было под косарь.
Но там была исключительно музыка, и она действительно все 8 гигов забила. Я не понимаю. В общем, вывод таков. Все, что ниже 32 гигабайт, мусор. Да даже телефон, да даже в 2017-м телефон с памятью 32 гигабайта без расширения не советую покупать тем, кто ведет вот такой же образ жизни в плане файлов, как я. Потому что я когда купил S6, у него же не расширяется, у него только 32, он забился за месяц. И в какой-то степени я из-за этого взял S7. Потому что у меня есть карта на 64 гигабайта, и то я ее умудрился засрать практически. Ну, поудаляв некоторые видосы, все-таки там чуть-чуть освободилось. Но все-таки... Да, блядь, кому я что говорю? Да даже 64 гигабайта уже мало. Вот серьезно. Вот 128 гигов в телефоне, вот это было бы классно. И то, если снимать какое-нибудь Ultra HD видео, тоже быстро кончится место. Так что это все, что я хотел сказать и показать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.